На очереди традиционный обзор. Его подготовила моя коллега Алена Москалева. В нем много интересных фото и видео. Смотрим. Уж сколько раз твердили миру и вспоминали басни Крылова про лебедя, рака и щуку, да воз и ныне там. В «Привет, сейчас Саранск» снова обсуждают проезд по Кольцевой. Более сотни комментариев под видео Александра Ямбикова. Дальше. Водитель серебристой машины, таксист и сам Ямбиков. Кто же в итоге проехал не по правилам? Дискуссия продолжается. Можете поучаствовать. А это не мастер-класс для любителей скорости от девушки. Просто барышня слушала музыку в наушниках, ехала и танцевала, да, на мотоцикле. Пользователю Марину Арестову, например, ничего не смутило. Она также на велосипеде гоняет. В общем, если где увидите Марину на двухколесном, выкладывайте, обсудим. Все помнят, да, как вчера десантники купались в фонтанах и гуляли по Саранску с флагом воздушно-десантных войск? А теперь сразу на двух пабликах встретился фото и видеоотчет, как провели свой праздник ВДВшники Якутска. Десант добрых дел наводил порядок в своем городе. Береты, мусор убирали. Чем и показали, что и в их рядах есть вполне здоровые люди. Респект якутским десантникам. Передаем эстафету спецназу ВВ. Десант добрых дел. Слава спецназу и ВДВ! Ура! Возвращаясь к автомобильной теме, и если очень захотелось вздремнуть, а солнце припекает, вас спасет покрывало. За фото спасибо нашему постоянному подписчику Алексею Кожакину. А вот братьям нашим меньшим можно укрыться и в панели автомобиля. Макс Лагошин обнаружил там котейку, который запутался в проводах. Как спасали животное в течение 40 минут, можно почитать в комментариях под фото. Ну а то, что домашние животные умеют прятаться и эффектно появляться в самых неожиданных местах, далеко не секрет. Этот пес напугал телеведущую прямо во время эфира. Проголосовать за снос включенного в программу реновации дома. У меня тут собака. А как бы вы вели себя в подобной ситуации? Наша коллега импровизировала. Артем Васнев расскажет подробнее. Что у меня делает собака в студии, ребят? Я вообще кошатница. А вот так выглядит дружба двух собак разной породы. Далматина и, предположительно, чихуахуа. Ничто человеческое им не чуждо. Снимайте, фотографируйте еще. До новой встречи в ваших новостях.